Неделю назад Андрей Чижов приехал на побывку из зоны СВО. И вот он уже на приеме у главы Красногорска. Говорили о многом. О службе, ребятах-однополчанах, о военных буднях. Но еще Дмитрия Владимировича интересовали вопросы о быте семьи, где растут две дочери – старшеклассница Алиса и подросток Виктория. Не решил еще Алиса, кем хочет стать? Вот так, собрались в лингвистическом институте. Лингвистика, да? Да, сейчас. Ну, а Виктория? Послушайте. Уж технарь? Виктория. Кто с вами за руль больше готов сесть? Гуманитарий. Вот, наверное, Виктория. Виктория, да? Да. Андрей служит водителем, работает на КАМАЗе. В его полку, который в данный момент находится на границе Курской области, еще около 15 красногорцев. Сейчас им необходима помощь в приобретении оборудования для автотранспорта, в частности, шин. С этой просьбой он обратился к главе муниципалитета Дмитрию Владимировичу Волкову. Проблемы сейчас у нас имеются по обеспечению немножко. Я, конечно, все это понимаю, потому что нельзя за всем этим сразу угнаться. Пришел попросить гуманитарной помощи, соответственно, на полку отделения. Глава обещал все сделать. Я очень доволен приемом. О наших семьях очень хорошо заботится, пока нас здесь нет. То есть, как бы, я всем доволен.